Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Турнир закончился, и мы забираем свой приз. Так, я все-таки остался в Лиге Мастеров одна звезда, ребята. Я был на каком-то 78-м месте, потом я ушел на работу, и 12 часов меня не было дома. То есть я думал, что меня скинут, но нет, я остался. И это очень круто. Так, давайте забирать 8400 сюрикенов. Леонардо ролевой, 40 ДНК, 90 золотых осколков и 55 платиновых. Отлично просто. Ну что же, забираем тогда еще здесь награду. Шикарно. Ну что же, и в магазине откроем бесплатно колоду с вами. Ну естественно, сегодня, ребята, вторник, поэтому бустовать уже, как говорится, поздно. Но тем не менее, мы будем с вами как-то стремиться. Так, забираем здесь ревард. Поднять уровень персонажа, потом сразиться в боях, пройти серию испытаний. Давайте сразу, наверное, серию испытаний пройдем по-быренькому. Так, забираем награду за серию. Так, теперь будем, наверное, в бои играть. Давайте по-быстренькому это сделаем. Так, здесь мы разбираем на сюрикены. Здесь, видимо, тоже. Отлично. Так, ну что, искать нам некого с вами, да? Поэтому будем искать, наверное, материалы для того, чтобы улучшить скиллы нашим бойцам. Что здесь нужно? Ага, ну тут очень много. Тут и джойстик нужен, и наушники. Так что, наверное, пока не будем. Давай вот здесь глянем. Так, 14 кружек плюс магнитофон, да? 5 штук. Хм. Ладно, давай попробуем. Давай попробуем с собой найти. Нужно 5 магнитофонов для начала. Один мы уже с вами нашли. Второй, это хорошо. Давай третий, пожалуйста. Третий. Давай тогда четвертый уже и пятый, в конце концов. И все будет на мази. Шикарно. Так, и нам нужно еще 14 кружек, да? Я насколько понимаю. Блин, вот с кружками, конечно, будет запара. Но я попытаюсь. Одна есть. Опять у меня, ребят, тратятся телепорты. И очень быстро. Так, здесь мы закончили. Давай тут. Какие-то комиксы. Всякая ерунда, ребят, выпадает. Но не то, что мне нужно. Угу, 130 мутагена выпало. Здесь нам опять 115, ну, как обычно. Опять комикс из канализации, ясно все. В общем, ребят, задание мы это выполнили. Давайте заберем ревард. Так, и поднимаем уровень нашему персонажу. Только вот какому? У нас мутагена 10 тысяч всего лишь. Знаешь, кого я, наверное, подниму? Так, секунду. Давай Донателло, мы будем его прокачивать. 6 тысяч тратим, все. В общем, по заданиям у нас все выполнено. И теперь, ребят, давайте посмотрим, кто у нас будет на этой неделе разыгрываться. Это во-первых. Так, ага, Микеланджело, ролевой. Это то, что нужно для меня, ребят, на самом деле. Так, у нас через 14 минут закончатся осколки. Мне нужно срочно их набить, потому что они нужны. Давайте быстренько пробежимся, да, это испытание. Получим с вами немножко серебряных и немножко золотых. Так, я ставлю на автобой, потому что здесь все изи будет. Так, Бакстер Стокман у нас упал. Так, ну что, 8 осколков мы с вами получили. Давайте теперь 16 получать. И, кстати, я хочу воспользоваться моментом. Хочу передать привет девушке, которая сейчас болеет. Ну, я надеюсь, она в скором времени поправится. Это Аня Ефимова. Аня, привет, как я и обещал. Лови, как говорится, от меня словечко. Ну что, Бакстер Стокман, давай уже падай в конце-то концов. Отлично. Ну что же, а теперь пойдемте с вами за золотыми осколками. Вначале 8 штук и в конце еще 16 получим. Да давай, не томи меня уже, не томи. Так, эпизод 3, естественно, бесплатно, и побежали. Ой, не знаю, ребят, что мы сегодня с вами будем делать. Ну, во-первых, пойдем на арену. Я еще хочу посмотреть, какие у нас на этой неделе будут испытания. Я надеюсь, какие-нибудь прикольные и полезные, где мы с вами действительно сможем подраться и подзаработать немножко себе ДНК на наших персонажей. Так, Лео пробивает. Ага, не добил. А Рафаэль? Да ладно тебе. Постепенный урон убил Бакстер Стопана. Ну что же, а мы двигаемся с вами далее. Так, 16 золотых осколков. Надеюсь, с первой попытки у нас получится все-таки его подбить. Он еще тот охламон. Он 80 уровня. Но здесь у меня бойцы довольно сильные, поэтому я думаю, никаких проблем у нас здесь вообще не будет.
Так, я, наверное, буду сейчас сам здесь эту ситуацию разруливать. Давайте, погнали. Да, чтоб тебя, он сразу начал с волны. Это плохо. Ребята, это плохо, поэтому я, наверное, захиляюсь маленечко. Так, и погнали. Пробивной. Угу. Здоровье у него, он еще и волну из маузеров выпускает. Это печалька на самом деле. Так, что мы сделаем? Давай попробуем вот так вот. Может быть, постепенку повесим. Ага, повесили. Так, теперь, наверное, сделаем с вами уклонение. Может быть, нам это как-то поможет. Так, проверяем. Нет, майки все-таки подбили. Ну, а теперь нашу супер-вертушку и... Да чтоб тебя, ты какой-то живучий, а? Так, давай, родной мой, бомби. Есть. Ну что же, 16 золотых осколков мы с вами забираем и, ребята, отправляемся на арену. Да. Больше нам пока здесь делать нечего. Так, и хотелось бы посмотреть, кто у нас... А, ну да, мы смотрели уже. Микеланджело ролевой, а в испытаниях у нас космические странности, да? Это у нас Армагон, по-моему, здесь будет разыгрываться. И День Донни, то есть будем ДНК на Донателло получать. Кстати, ребята, эксперт у нас тоже Армагон. А что же у нас за космические странности? А, все-все, понял, ребята. В конце будет Армагон, а до этого будут все черепашки из космоса разыгрываться. Ладно. Бежим тогда с вами прямиком на арену. И быстренько с вами должны взлететь. Начнем, наверное, с Яноса, да? Так, тут у него 13-й максимальный уровень, а мы с вами... Выбираем, а у нас 30-й здесь. Хе. Ну, естественно, сейчас будем разбирать. Первые боев 5 у нас будут на изи идти. Даже я боюсь не 5, а 7, а может быть даже все 8. Ну, сейчас посмотрим. Так, ставим здесь на автобой. Я больше уверен, что они здесь разберутся. Как-никак, всего лишь 13-й левел у противника. Да ладно, Ванюша, успокойся. Отдохни маленько. Помечтай, подумай о своей жизни. Ну что же, первый бой у нас прошел идеально, и мы сразу же переходим ко второму. Блин, ребят, ненавижу, когда только вот просыпаешься, голова еще не соображает, да? Как говорится, некогда расщукиваться, уже время довольно поздненькое, потому что я что-то переспал маленько, по-моему. Поздно лег, поэтому вот такая вот ерунда и получается. Давай посмотрим, что у нас тут получится. А что тут смотреть, ребята? Тут противник у нас изейший. У него всего лишь 14 уровень, у Ваньки 17, поэтому давайте на автобой поставим. Также будем их и на изи разбирать. Эй, Кирби упал сразу. Так, давай далее. Ты посмотри-ка, а? Караечка сопротивляется. Оу, Ванюша, нифига ты. Решил с пулемета меня бомбануть. Не тут-то было. Ну, Рокстеди добил. Шикарно. Ну что же, второй бой, как вы понимаете, тоже идеальный. Я думаю, третий, четвертый и пятый будет так же. Пока мы с вами не доберемся до противников 40 уровня. Наверное, это будет приблизительно выглядеть так. Поехали и выбираем здесь кого. Ван, Чарльз и... Не знаю, кто это такой. Давай, наверное, выберем с вами Лянг Чен. А что у него там за картинка такая была? Что это там за фрукт? Короче, не имеет значения. Давайте быстренько попробуем. Так, 22 уровень здесь. Раз, два, три. Поехали. Мы должны с вами, ну, как минимум, до самураев, наверное, 3 звезды добраться. Я постараюсь. Если, конечно, опять где-нибудь не спасану. И нас не завалят. Так. Ага. Эйприл добиваем тогда. Ну что, Рафик бросает Саи. Ладно, родной, давай мы тебя немножко быстренько разберем. Пощечина. Ах ты, выжил. А так, все, на изи. Ну что ж, двигаемся тогда далее. Может быть, нам вот это, ребята, не записывать все, а? По крайней мере, начинать, знаете, где-то с самураев. Когда мы доходим до самурая одной звезды, оттуда уже можно записывать. А пока мы с вами поднимаемся, Лига воинов, Лига там еще кого-нибудь, да? Можно было бы, наверное, это дело и пропускать. Как вы думаете? Напишите в комментах. Ну что, Юрец, здорово. Давай-ка мы с тобой схлестнемся. Так, у него 21 максимальный уровень, да? А у нас... А у нас, как обычно, ребят, пока идут 30 левлы.
Ну, вот эти вот грозные черепашки, правда, они не прокачаны в плане того, что у них скиллы очень слабенькие. Так что надеяться на них особо не стоит. Бомбочку для заправочки. Угу. Так, начнем, наверное, мы с... Нет, с Рафаэля. Рафаэль здесь хиллер. А, как известно, хиллеров мы с вами убираем в первую очередь. Давай-ка вот так вот. Обломком бомбанем. Изи. Так, бросает валун Рокстеди. А мы карачку будем сейчас с вами добивать. Нормуль. Ну и теперь, как обычно, Рокстеди. Давай, падай уже, хорош вот выделываться. Замечательно. Ну что, неплохо довольно идем. Поднимаемся довольно быстро. Я думал, что будет намного хуже. Но нет, все хорошо. И мы с вами переходим на воин 3 звезды. 82-я позиция. Ладно, меня это не смущает нисколечко. Так. Тирион, Матеус и Тан. Я, наверное, выберу Тириона. Давайте-ка попробуем быстренько с ним разобраться. Так, где у меня тут роднулечки мои? А вот они. Поехали, будем сейчас дальше разбирать этих хламонов. Так, начну я, пожалуй-ка, с Микеланджело. Скорее всего, так будем делать. Вау, неплохо, зарядил я ему. Так, это добивочный. Так, Карека, естественно, кунай бросает свои. Хан тут что-то ножками машет. Давай попробуем поджарить. Не знаю, получится или нет. Ага, ну неплохо, неплохо, я тебе скажу. Так, массовая атака. Кстати, самая такая мощная, мне кажется. Добиваем. Ну и остается хан. Давай, наверное, вот так вот, из бластера в него. Изи. Так, ну что же, поехали далее, что тут говорить. Так, у нас 428 мутагена. Кстати, 60 монет, этого мало. Но у нас очень много с вами сюрикенов. Кстати, можно будет зайти в магазин и посмотреть, что мы можем с вами приобрести. Давай-ка это и сделаем. Ага, мы можем с тобой купить Рокстеди. 5 ДНК, давай возьмем. Лишним не будет. Так, по жетонам у нас все плохо. По монетам, как я уже говорил, 60 штучек. А нам нужно на Лапекс 75. Ладно. Кстати, кто-то сказал, что она слабая, ее не стоит брать. Но все-таки, ребят, я хочу. Так, поехали далее. И кого мы тут с вами выбираем? Чан Хау, Владислав. Давай, наверное, Владика сразу возьмем, а? Так, и мы выбираем свою команду теперь, да? Тут, кстати, 25 уровень. Но все равно это ерунда. Вот такая у меня будет команда. Я думаю, что мы справимся. Я на это надеюсь. Ну, у него Лео фильм, да? И Рафаэль фильм. С кого начнем? Давай попробуем с Рафаэля. Так. Кисло, очень кисло. Теперь давай массовую атаку. Изи. Так, наверное, нам нужно с вами избавиться от Леонардо. Ну-ка, поехали. Заряди-ка. Отлично. Так, пробиваем. И Мондагека, бедный, остался один здесь на поле боя. Ух ты, выжил. А так? Все. Поехали далее. Как говорится, со скоростью света будем с вами подниматься все выше, выше и выше. Я хочу сегодня, ребят, попробовать не проиграть. Все время я это говорю. И все время у меня это не получается сделать. То есть не потерять ни одного бойца. Так, Зиупер. Андрей. Давай тогда с Андрюхи сразу же будем с него начинать. Как говорится, с Russian боем. Раз, два, три. Четыре. Все, погнали. Так, здесь у нас Крип. Угу. И Рокстеди. Давай-ка начнем, наверное, с Рокстеди. Опа, неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Так, а потом я хочу, наверное, взять в оборот Криса. Криса Брэдфорда. Так, лучом попробуем в него бомбануть. Посмотрим, сколько хп мы у него отнимем. Ух. Ну что, родной, по-моему, пора тебя добивать. Если Крип, конечно же, не встанет в провокацию. А он встанет, наверное. Ну-ка, добиваем. Ну, Крип, будешь орать? Ну, естественно. Кто бы другой мог подумать. Хорошо, тогда давайте разбираться с ним. Так, мы его замедлили. О, все, парень. Он наш.
Ах ты, елки-палки. Почему-то у Микеланджело фильм, да, ребята, очень слабая атака, я заметил. Очень слабая. Так, бросаем. Ага, Саи бросили, но, тем не менее, этот бибоп у нас живучий. Так. Не пробиваем его, ё-моё. Все, наконец-то он упал, сдался. А мы с вами всего лишь в элите находимся. Это кисло. Тем более одна звезда. И еще и 73-я позиция. Слушайте, ну да, тяжеловато нам сейчас подниматься. А прошел всего лишь один день от отката. Ну ладно. Так, Андрей, ну что, опять Андрюха тут у нас? Давай тогда будем с Андрюхи также начинать. Уже 30-е уровни пошли. Как думаете, справимся? Я думаю, должны. Главное, никого нам не потерять. Вот это самая главная, основная моя задача. Никого не потерять, потому что и так с кубками все тяжело. Так, Эйприл, да, конечно же, начнем с нее. Так, лишь бы она не успела отхилиться. Так, баллончик бросаем. Что ж так плохо-то? Да ёпарасете, ребята, она успела хильнуть. Ладно, давай просто попробуем. Кстати, у нее контратака. Только сейчас. У всех почти, кроме... Ой, зачем я Джастина-то так... я думал, я сделал, ребята, массовую атаку. Нет, все хорошо. Так, а вот Крип, да, под защитой, да еще и с контратакой, это не есть хорошо, на самом деле. Сейчас будет дубасить. У меня здесь хила нету. Все. Вот я в следующий раз не буду говорить, что я хочу, чтобы все бойцы у меня остались живые. Как только я это говорю, обязательно у него что-то, я не знаю, в этой игре происходит, и он делает именно так, чтобы кого-нибудь подбить. И именно Джастина, и ватника этого бомбанул, а. Господи, без провокатора пошел, а. Все, меня начинает бомбить, а. Так, Бакстер, ты сейчас за все ответишь. А, у тебя еще и Маузер есть. Даже так. Хорошо, давай пробивать его. Блин, Джастин, конечно, подвел меня здесь. А что тут говорить, ребята? Да он ватный вообще, этот Джастин. Амеба аморфная какая-то. Я не буду больше его брать. Если буду, только уже, наверное, в такую сильную команду, где он может там сидеть под прикрытием, чтобы его никто не достал. Так, Юрий, Марк и Лангчен. Лана, я буду с Юркой драться, все. 29 уровень у него. Почему-то слабенькие, кстати, ребята тут достаются мне. Вот надо было кого брать нам. Да? Острозуба, он бы был в провокации, и ничего бы нам тогда не было бы. Но я недооценил, как обычно, противника. Поехали. Начнем вот так вот. Ух, всем понизил эту защиту. Теперь давай тогда массовую атаку от Макмана. И массовая атака от Пиццелицева. Все. Вот сюда, вот в эту команду нужно было брать нам этого Джастина. Вот тогда бы все было бы хорошо. Надо запомнить или на бумажке выписку себе сделать, кто у меня самый ватный игрок, которого нужно защищать постоянно. Так, Глен, Ван и Мустафа. И Мустафа. Так, по кубкам, ребята, они все абсолютно одинаковые, поэтому тогда я буду брать, наверное, Вана. Давай попробуем здесь разобрать с вами. Также на изи, я надеюсь. Раз, два, три, четыре, пять. А здесь у нас получится, знаете почему? Потому что у нас 40-е уровни, да? А у него 20-е, 29-е. А, 30-е даже есть. Ладно, давай станцуем тогда. Танец, честно говоря, у него просто идиотский. Так, вызываем придурков. Они прыгают. И минусанули сразу двоих. Так, бросаем баллончик. И все. Как раз то, что доктор прописал. Ладно, ребята, двигаемся с вами дальше. Так, я не знаю, сегодня мы, наверное, поиграем маленечко во что? В бабку-ёшку, да? Сегодня, наверное, серию будем делать. И также в Kingdom Rush. А почему бы и нет? Если, конечно, я успею. Если мне никто не помешает и куда-нибудь меня не вызовут. Ладно, давайте с Димкой подеремся. Так, Димка, давай, у тебя какой там? Максимальный 33 уровень. Все, ребят, тут, короче, я даже и париться не буду, потому что у меня пошли 40-е и 50-е, а я до сих пор еще стою на 30-х уровнях. Здесь можно вообще даже автобой включать, но я не хочу рисковать. Мало ли,
Они тут пойдут не по, не по моему сценарию. Так, наверное, мы начнем с Донателло, да? Потому что это хиллер. Ну-ка, пробьет слэш? Вряд ли, он слабый. А, нет, выбил. Так, кувалду мы, наверное, бомбанем вот в этого Донателло, да? Упс. Да ладно тебе. А если так? Бортануть тебя маленько. Шикандос. Чикамбэк. Так. Бомбит. А мы в ответочку. Давай поджарим. Может быть, на всех. Постепенно только на Лео упала. Хорошо. Сделаем массовую атаку. Ну. Слабовато. Хорош, Хан, выделываться, ё-моё. Ой-ой-ой, опасно, ребята, опасно. Добили. Слушай, если вот этого Донателло прокачать из видения, я думаю, что он будет вообще имбат. Вы увидели, какие у него атаки? Что кувалду он бросает, что вот этим вот своей, я не знаю, алебардой бомбит. Очень мощно. Так, а мы с вами в элите, 3 звезды. 58-я позиция. Да, по-моему, до самураев мы с вами сегодня не дойдем. Хотя, кто его знает. Ну что, Ванюш, ты готов? Давай, поехали. Схлестнемся. Так, персонажи у нас все меньше, меньше и меньше. Но зато уровень все больше, больше и больше. Поэтому никаких проблем не будет. А вот насчет Эйприл Кунаичи, как вы сказали, ее прокачать, я бы с удовольствием на самом деле. Но ДНК на нее, ребята, очень тяжело добывается. Поверьте мне. Так, Карайка, а ты не припухла, не припухла ли? Давай-ка в ответочку. Опс. Так, кролики тут выеживаются. А ну-ка. Нечего здесь делать Микеланджело, потому что он будет, ребят, хиляться. Волна. Упадет? Упал. Так, ну что, Кунаичи, давай, наверное, мы с тобой добьем Карайку. Изи. Так, продолжаем битву титанов. Да, действительно, какая-то слабенькая атака. Пробьешь? Да, Лео, господи, что такой ватненький, а? Так, ну что, остались кролики. А ну-ка. Так, неплохо бомбанули. И давай вот так вот сделаем. Нормуль. Неплохо. Так, посмотрим, на какую позицию мы с вами перелетим. Может быть, даже уже даже в другую звезду. Посмотрим сейчас. Но нет. Ни в какую другую звезду мы не перелетели. Мы остались все здесь же по-прежнему. И теперь... Да я даже не буду, ребят, тут размусоливать. Опять Андрей у нас тут. Раз, два, три, четыре, пять. Хан. 50-е уровни против 35-х. Перевес, конечно же, в нашу сторону. Я думаю, сейчас быстренько тут их положим. Мне сегодня хочется добраться до самураев, ребят. Если дойдем, то, считай, все удачно у нас получилось. Потому что нас уже не так сильно сбросят, как это было бы, если бы мы на откате с вами сыграли, бустанули, поднялись бы до Лиги Сёгунов бы. И... Так, ладушки, погнали далее. Вот, ребята, и самурай у нас. 79-я позиция, самурай одна звезда. Давай-ка быстренько пробежимся. Так, опять Иван у нас здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, тут... Вот, кстати, здесь, если выбирать, да, самый слабый игрок, это, по-моему, у меня крысиный король, поэтому его нужно опять оберегать. Но здесь-то понятно, он выживет, потому что мы играем против 30-х уровней. А так, на будущее надо запомнить, что Джастин, да, и что крысиный король, это самые слабые умные игроки. Так, поехали. Давай плевок. В душу. Микеланджело прилетело. Так, сможем добить, интересно? Отличненько. Так, массовый крик от Кирби. Вообще хорошо. Так, выпускаем крыс. Ну, это... Вот эта вот суператака слабенькая. Она не прокачанная у нас. Видите, да? Даже добить никого не смогли. Хорош, ты успокойся. Макман там за голову держится, смотри. Поплохело пареньку. Так, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость. Давай добивать. Раз. Два. Давай так вот сделаем. Три. И последнего. Воу. Решил на дорожку повесить себе иммунитет. Ну ты, парень, даешь. Давай так вот. В полете его. Классненько. Ладно, двигаемся с вами, естественно, дальше. Кстати, хотелось бы мне знать, мы сегодня с вами доберемся до
До двух звезд однозначно, а вот до трех. Самурай 3 звезды было бы круто, на самом деле. Так, Ульяна. Да-да, Ульяна — это то, что нужно. Раз, два, три. Так. Что такое? Вот я кликаю, да, на героя, он не выбирается сразу же. Что за ересь? Ну что, поехали. Паутинка от Паукса. Уже минус один сразу же. Минус два. И я думаю, что это будет заключительный, да, выстрел. Все, тут уже, я смотрю, мы легко разбираем противника, поэтому можно даже не зацикливаться. Просто пройдем на одном дыхании. Елки-палки, вот поднимаемся очень медленно. Самурай 2 звезды. Я буду, ребята, на кубки смотреть. Тут, в принципе, и смотреть не на что. Тут просто выбирай уже любого. Тут все. Тут, как говорится, мы с вами просто пролетаем. У нас уже 60 уровни, а там все еще 40-е на месте топчутся. Поехали. Хоба. Воу, я думал, хоть кто-то упадет. Ничего подобного. Никто не упал, все живенькие, здоровенькие. Давай крик души от змей Карай. И добиваем вот этим ударом. Нормуль. Сейчас мы перейдем с вами на самурай 2 звезды. А вот до 3 звездочек вряд ли мы сегодня доберемся. Ну и ладно, у нас целая еще неделя впереди. Так, 77-я позиция. Неделя, как говорится, впереди. Я думаю, что за это время мы выбьемся с вами в мастера. Ну вот, единственное, что мне не нравится, что мы постоянно с вами в мастеру, в мастерах одна звезда. До двух звездочек я никак не могу добраться еще. Ах, такой довольный. ты посмотри на него. Довольный такой, ладно. Сейчас мы ухмылочку-то тебе сотрем по-быренькому. Так, погнали. Бомбочка от зэка. И что? Да, в принципе, тут даже и думать нечего. Любого берем, и вот это вот добивочно для всех. Кстати, у меня там получается, что два персонажа, да, причем самые сильные. Это у меня Рафаэль и Леонардо, и они почему-то не сыграют свою роль. А мы ведь с вами этого не позволим, так ведь? Мы сделаем немножко по-другому. Возьмем максимального противника. Раз, два, три. Хотел сказать, сейчас слабеньких возьму. Ага, возьму я слабеньких, они же все уже отыгрались. Ну, давай тогда сделаем вот так вот. Все. И быстренько с ними разбираемся. Тут достаточно будет одной вертушки от Леонардо. Так, зэк бросает бомбочку. И Лео это все дело завершает. Фух, давай, погнали. Хоба. Просто песня. Ну что, ребята, до самурая, наверное, 3 звезд мы не доберемся. Это факт. Но около того будем, да? 14-я позиция. Шикарно. Так, друзья, ну что, будем закругляться. Испытания у нас будут, наверное, завтра, да? Космические странности и День Дони. Кстати, черепашки из космоса мне нужны. Посмотрим, получится ли тут пофармить это все дело. Ну и Армагоша. А, кстати, Армагоша нам уже не нужен. А знаете почему? Потому что он уже готов прапаться. Он готов прапаться. Что это такое, ребят? Скоро. Такие вот бывают периодически глюки. Хм, интересно. Так, я хотел глянуть, да, что-то тут вокруг да около все танцую. Нам нужно зайти вот сюда и глянуть. Да, ребята, Армагон у нас максимальный, поэтому бороться за него я уже не вижу смысла. Единственное, что можно попробовать вот в платиновом испытании на негодники сходить и посмотреть, что здесь нас ожидает. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok.